Profesor Rupio Duna Vitalij Andrijevski, аналист политикса, интервина. Уважаемые коллеги, я считаю, что в нашей стране есть две очень серьезные проблемы. Это проблема институтов и проблема людей. У нас абсолютно несовершенные институты, и мы это прекрасно видим сегодня. У нас неэффективно работают фактически все ветви власти. У нас неэффективно работают подотчетные им отрасли и министерства, ведомства и так далее. И это очень большая проблема, но эта проблема решаемая. Для этого должна быть воля и стремление решить. Я когда готовился к этому круглому столу, я подготовил свои предложения по реформированию, модернизации институтов власти. Сегодня я не буду об этом говорить, я их передал, я их перешлю президенту сегодня вечером. Там достаточно, как бы, на мой взгляд, нормально изложены многие интересные предложения. Я считаю, что они могут войти в общий пакет, который потом будет выработан нашим форумом. А вот о людях я хочу сказать отдельно. И начну сначала с оппозиции. Я очень рад был, когда возникла платформа «Да», и когда стали говорить, что эта платформа, ну, через различные, как бы, институты превращается в политический проект, хотя они это отрицают пока, потому что нам действительно очень нужна проевропейская оппозиция.